Всем привет, меня зовут Грифон, и вы смотрите прохождение BioShock. В прошлой серии, напомню, мы стали большим папочкой, и с помощью маленьких сестричек отправились вслед за Фонтейном. К сожалению, мы ее не защитили. Надеюсь, такого больше не повторится. Ну а сейчас мы продолжим следовать за этим негодяем, скажем так, который нас использовал, а потом еще и убить хотел. Вообще надеялся, что из любой точки можно вызвать сестричку, но, видимо, нет. Да, вот здесь мы потеряли. А, вот над которой горит зеленая лампочка, значит, там можно вызывать. Ну, пошли. Я надеюсь, что нас в данный момент никто не будет останавливать. Вроде тут всех поперебили. Да господи. А. Медленно идешь. Нас там уже вообще-то ждут. Этот созрел, мистер Би. Осторожно. Они своими сборами наверняка привлекут мутантов. Это был красивый ангел, мистер Би. 6-2. Вот так вот, да. Это так, как будто танцует. Я хорошая девочка, мистер Би. Собрала, молодец. Да, я-то надеялся. Отлично, ребятушки. Не зря я взламывал все эти камеры. Так, птичек у нас полно. Смотрите, мистер Бары привлекут мутантов. Блин, ну а что я могу сделать, если... Это делает меня не такой, как все. Я вижу ада, мистер Би. У него печальный вид, мистер Би. Я вижу ада, мистер Би. Стой смирно! Не бойся! Спасибо!
2 это лимон. 6,2 это лимон, да. Так. О, автовзломщик. Нифига-то шла еле-еле, а сейчас он убежала. Я хочу спать, мистер Би. Да, иди ложись. Быстрее, мистер Бабблс. Ух ты. Живи, живи, мистер Би. Нельзя терять время. Пора идти, мистер Би. Не слушайте наш Атласа и паразита. Быстрее, мистер Би! Ангелы ждут наших целуев. Господи, он где-то. Не копайтесь, мистер Би! Ангелы не ждут капуши. Я вижу, как ангелы танцуют на небе. Так, взломать или нет, ладно. Быстрее, быстрее, мистер Бабблс. А, его скелетом придавило. Отлично. Быстрее, мистер Би. Так. Это как мы отсюда попали вот сюда, что-то я. Ангелы ждут наших поцелуев. Не совсем понял. Я неплохой человек! Моя! На тебе! Да, черт! Так, он там адом потихоньку жрет. Так, ага. Нет, ты ее потерял. Опять? Найди вентиляционный люк и позови другую малышку. Печально. Деньги у нас больше не берутся. Ух ты, акула что ли?
Только не говорить, что мне опять нужно идти. А, вот. Так, что там у нас по карте? Так, мы уже недалеко. Красиво. Статуя. Так, куда-то ломанул. Быстрее, быстрее, мистер Бабс. Так, улы. Так, раз у нас денег до хрена, надо бы. Я хочу спать, мне нравится! Бейте, скажи мне! Бейте его, бейте! Ого, рыбина. Они почему-то на них реагируют. Неадекватно. Да, я знаю, сейчас, погоди, я быстренько тут все повзламываю, чтобы помощь была. Все, и пойдем сейчас помогать ей. Взорвался. Я люблю собирать ада. Это делает меня не такой, как все. Тупая машина! Блин, да я чё, виноват, что ли? Найти вентиляционный люк и позвать другую малышку. Нахрена она собирает этот чёртов Адам? Он же не нужен никому. Кабан. Улыбающийся лось.
на нас. Обозлился. Пусть уж лучше девочки будут с тобой. Лучше с тобой, чем в одиночестве. Одни в пугающей темноте. Это что, черепаха? Обалдеть. Так, погоди-ка, я тут проверю. Не копайтесь, мистер Би. Ангелы не ждут капуши. Погодите, мы вот тут посмотрим. Ага, у нас тут сейф. Задание выполнено отлично. Так, используй иглу сестричек, чтобы выжать весь Адам у Фонтейна. Это единственный способ справиться с ним. Отлично. Так, погодите секундочку. Сейчас я сейф взломаю. И сразу же к вам. Так. Невезуха. Возьмите устройство для сбора Адам. Я понял. Фонтейн уже рядом. Ты почти у цели. На, возьми и воткни это в плохого дядю. Чего ты ждешь? Бери иглу! Подожди, тут столько всего интересного. Даже деньги особо тратить не пришлось. На, возьми и воткни это плохого дела. Так, это генный банк. Чего ты ждешь? Бери иглу! А, то вот она. Фонтейн ждет наверху. Пути назад нет. Так что будь уверен, что готов разделаться с ним, прежде чем двинуться дальше. Готов. Так, что у нас? Картечь. Электрическая такая. Так, мы попробуем электрическую. Осколочная граната. И болты. В общем, во все оружие. Так. Чтобы встретиться с Фонтейном. Отлично. Ну что, гаденыш?
Я иду. Помню, как мы с немкой запихнули тебя в подлодку. Тебе года два было. Ты был моим тузом в рукаве и одновременно был мне почти как сын. Вот почему это так больно. Предательство, малыш. Жизнь — это не только бизнес. Кто бы говорил о предательстве? Ну где ты? Ух ты, вот он ты, да? Подождите. Нет, меня хватит громил, чтобы прикрыть спину, пока я подсаживаюсь. Вот оно. Раскройте его, мистер Би! Раскройте! Я тебя раздавлю! Тихо, тихо, тихо! Ты трус! Сюда, недоумок! И это все?
недоумок! Хватайте его, мистер Би! Вот оно! Ты ничтожество! Сейчас отдышусь, а потом я тебя закопаю. Я тебя создал! Я отправил тебя наверх! Потом вернул тебя, показал тебе, кто ты есть и на что ты способен! Даже та жизнь, которую ты считал своей, это я ее сочинил и вложил тебе в голову! Но если ты мне скажешь, что это не семья, то я не знаю, что это такое, а теперь... Ничего себе. Закололи дядьку. Они предложили тебе свой город. И ты отказался. Что же ты выбрал? Дом? Чего они ждали от тебя? Ты спас их. Ты дал им то, что у них похитили. Ты дал им шанс. Возможность учиться. Найти любовь. Жить. И что ты получил в награду? Ты так и не сказал, но я догадываюсь, ты обрел семью. Ну вот, вот в принципе и все. Даже как-то титров не было. Какой-то скомканный конец, но тем не менее это финал. Надеюсь, вам понравилось так же, как и мне. Ну а с вами был Грифон. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И до встречи во второй части.